Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня в данном мастер-классе мы будем шить с вами вот такую юбку. Вернее, даже это не юбка, это подъюбник. Подъюбник из сетки с тремя слоями воланчика, кокеточкой и сбор. И это все будет завязываться у нас на ленточку. Очень простая. Вот ну, любой может, мне кажется, шить такую юбку. Нет никаких сложных элементов в этой юбке. Обычные прямоугольные полоски, обычные строчки. А как именно собирать воланчики все эти, я вам расскажу. Эта юбочка подойдет на куклу. Размеры, которые я указываю в мастер-классе, подойдут на куклу 32-37 сантиметров. Вот у меня моделью служит кукла Willy Wishers. Вот. Она 37 сантиметров приблизительно. Но эта юбка, она подойдет и для Паула Рейна куклы, и для куклы Антонио Хуан, а также других кукол, которые тоже находятся в этом размере. Но если вы хотите сшить юбку на другую куклу, просто-напросто увеличьте размер полосок и технологию и обработку оставьте прежней, и у вас получится юбка на другую куклу. Итак, давайте не будем терять время и начнем шить юбку. Для данной юбки я вырезала три полоски из сетки. Три полоски одинаковой длины. Это шириной, вот шириной 50 сантиметров и длиной, то есть длина юбки какая будет, где-то у меня 8,5 сантиметров. Три полоски. И четвертую полоску я вырезала вот такую вот тут маленькую полосочку длиной, так, вернее, шириной 25-26 сантиметров и высотой 4 сантиметра. Это у меня будет верхняя как бы кокеточка этой юбки, а это будут сами оборочки. Сейчас я вам покажу, как пристрочить оборки, валаны, несколько валанов и несколько оборок к одной детали. Вот всю обработку, вот эту вот прям по шагам я покажу. Вот у нас это одна деталь, кокетка юбочки. А это у нас три валана, которые я буду притачивать одновременно к одной детали. Вот. Для этого вам надо... У меня вот есть там мастер-класс, где я показываю, как сделать сборки для одного валана. Делаем эти сборки точно так же, аналогично, как там. То есть я прострачиваю две параллельные линии, строчки на машинке. Ну, одну, если там вот у меня, я рассказываю, что, значит, прострочить надо будет на 0,3 и на 0,5, то в данном для сетки, вот именно для сетки, сделайте побольше расстояние. То есть одну сделайте на 0,3-0,5, где-то первую от края, а вторую сантиметр-полтора можно даже сделать. Все равно эти потом, эта строчка у вас будет удалена. Так, значит, это на самой большой длине стежка. Можно машинку устанавливать на самую длинную, на самую длинную длину стежка, самую большую. Вот. И прострачивайте две параллельные строчки. Для чего надо делать? Это каждый валан надо делать, не вместе. Если вы сделаете каждый валан, вместе все валаны, вот, например, три друг на друга вы вот так вот положите, прострочите, у вас не будет той пышности в юбке, какая может получиться, вот, когда вы делаете все по отдельности. Так, итак, вы прострочили, и теперь это надо собрать, соответственно, по длине. Так, вот этой вот полосочки верхнего края, к которому мы будем его притачивать. Это все надо мне собрать, равномерно распределить склады, сборочку. Так, значит, как собираем? Завязываем узелки на одной стороне детали. Тянем, потом берем две катушечные нити, выбираем их только, и тянем только за эти две нити. Собираем до нужного нам размера. И завязываем с другой стороны
ниточки, чтобы оно у нас зафиксировалось и ничего у нас не распустилось. Вот посмотрите, я собрала три детали. Они по-разному у меня собраны все. То есть юбочка за счет этого будет пышнее. Смотрите, я собираю вот их три детали в одну целое. И вот видите, как она распушила. Они все по-разному. Такая вот тут юбочка. Очень хорошая, красивая. И теперь можно сделать так. Можно прям сразу их вот стачать, положить друг на друга. Вот так вот аккуратно. И стачать все три детали, закрепить их между собой. Вот. Вот. Либо сразу взять верхнюю деталь. У меня сетка, поэтому это очень и очень плохо видно на экране. Вот. Это из любой ткани можно такую юбку сшить. Поэтому это просто я шью из сетки и показываю вам мастер-класс, как это делается. Либо сразу сложить их три детали, положить на верхнюю деталь и притачать кверху. Вот посмотрите. Я притачала верхнюю деталь к воланчикам и удалила все нитки, в результате чего у меня осталась только одна строчка. И все, остальное я все удалила. И вот посмотрите, какая она у меня юбка. Она у меня пышная. За счет того, что мы каждый волан собирали по отдельности. Вы можете ради интереса тоже проделать это, когда вы сделаете несколько воланов, в одну кучу соберете. И когда вы по отдельности это сделаете, у вас получатся совершенно разные юбки. Видите? Она у меня даже вот лежит, вот она у меня даже лежит. Но у меня они все эти три волана расходятся. Но это, конечно, за счет еще того, что сетка такая она, но у меня не сильно такая жесткая сетка, это средней плотности, такой жесткости, вернее. Вот. Поэтому вот она у меня так вот стоит даже вот прям. Так, теперь осталось совсем чуть-чуть. Ну, вот и все. Смотрите. Он прям так ложится, шов. Мне тут не надо будет его отгибать. Но вообще, вот так вот, по идее, я подвернула шов в сторону кокеточки и прострочила близко к шву соединения. Настрочила, как бы, чтобы закрепила, чтобы этот шов больше никуда не оттопыривался. Вот он лежит теперь ровненько на кокетке. А потом просто подогнула на 1 сантиметр. Вот, потом вставила внутрь ленточку и прострочила тоже. Вот такая юбка у нас получилась. Эта вся обработка подходит только к материалу, который не осыпается. Если материал осыпается, это различные другие ткани, как хлопок, шелк особенно хорошо осыпается, то есть не бахромится. Там уже немножко другая будет обработка, там надо все будут швы обметывать. Вот. А эта сетка, не осыпается. Ее можно обрабатывать вот таким вот на обычной сточной машине. Вот и все. Юбка наша готова. Вот. Ее теперь можно одеть на куклу. Вот так вот. Таким вот образом завязать бантик. И все. Подъюбник наш готов. Я надеюсь, что данный мастер-класс вам пригодится. На его основе вы можете сшить любую юбку, любой подъюбник. Используйте различные элементы этого мастер-класса для других изделий. Ну, на этом, пожалуй, и все. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, вступайте в мою группу. Всего вам доброго, до свидания.